Хай, с вами Рейвин, и продолжим выживание Dark and Light. Сегодня у меня в планах это, во-первых, притомить какого-нибудь медведя, во-вторых, надо докачаться до его седла, во-третьих, растратить весь медь, который у меня есть, на дальнейшую стройку, так как я уже вот строю, я заебался уже делать за несколько дней, это, знаете, как-то так. А тогда еще что? Нам надо сделать какой-нибудь квест, не знаю. В принципе, вот тут вот есть скрафтить эту штуку, но чтобы ее скрафтить, мне нужны монеты. Если нужны монеты, надо идти в одну штуку и там продать что-то. Типа город и этих обладателей. Но сейчас мы займемся только тем, что мы будем как-то притомить медведя. У меня есть кое-какие штучки, вот типа два арбалета, кормушечку возьмем и вот это наденем. Вот сюда все мы надели, и берем, конечно же, стрелочки. Этого даже за много, но этого никого не волнует. Так, мы взяли все, что надо. Зарядил и арбалет второй, нет, не зарядил. Только не взяли мясо. Ну, у нас его нету. Первосорточки желательно. Но сейчас мы пойдем только за медведем. Так что юзаем трансформу нашу волшебную, красивую, сладенькую. Кстати, скрафтил еще волшебную банку на 6-м слоте. Сейчас не покажу, пока я в трансформе, походу. Да, не покажу. Ну и ладно. Вот такая вот баночка. Она волшебная, типа, и она бесконечно постоянно пополняется водой. Так как у меня тут проблемы с водой, я просто беру эту баночку и бегаю. То вот, бежим искать медведей. Надеемся, найдем быстро. Желательно около 100+, так как максимальный уровень 120. Но хотя бы 100 найти. Или 90 там какое-то. Особо за топчиком не буду гоняться за первым. Но... Оп, так, какой там медведь я видел. Четвертый, серьезно, Мишань. Как ты здесь появился? Алло, Миш. Тихо. Я знаю вас. Больших и толстых, Мишань. Кстати, кожу, шкуру надо фармить, так как придется на седло крафтить, чтобы прокачать скилл седла. Надо качать, крафтить седло. И в общем, как-то так. Это геморно. Блять, не хочу я с ним бороться. Отъебись меня. Там оборотень ходит. Кошак еще ходит. И пойду в другой лес. Там больше медведей. Походу. Ой, там оборотень с медведем лупится. Ну, медведь 32. Так что не так страшно. Они завалят этого медведя вовсю. Оборотни они такие. Так, не за мной, надеюсь. Сука. Поперся за мной. Ой, кошаки энтов лупится. Вы только глядите, что творится. Ой, 12-40. Еба. Вот это толпа. Вот это насилование, изнасилование. О, два мишки вижу. Сейчас пойдем поглядим. Может, они хорошие будет. Кто это за мной? Никто мне. Мне просто мерещится, кажется, везде все. Так. Миша, какой ты? Блин, издалека особо не видит. Так, 12 и 8. Лады. Опа, ловите, Мишани. Опа, минус один. Еще одному. Опа, да, блядь, сдохни же ты. Они же больно бьют. Да вы знаете, что они больно бьют? Мишки, блин, во всех играх больно бьют. Почему они так сделали? Разрабы, почему? Кто вам жить не дает, если вы так делаете? Мишки, мишек нету. Это плохо. Придется ждать. О, глядите, что я нашел. Вот и мишка какой-то. Мишка 40-й. Ну, мишка-то это фигня 40-й. Но вот эту штуку, если я могу открыть. Блин, 60-й уровень нужен. Просто пиздец. Там явно какая-то вкусняшка. Если уж нужен 60-й уровень, там будет вкусняшка. Где? Ух ты, сука, 48-я. Тихо.
О, хорошо, что если попадаешь этим лучом, это считай ваншот. Но это не всегда, кстати. Блин, как бы я хотела. Мне еще сколько там, 10 уровней не хватает. Даже 11. Сколько прочки? 3000, блин, там точно что-то вкусное лежит. Быстрее всего какая-нибудь часть босса или еще что-то. Ой, блядь, шкелет. Где Миши все? Ни одного медведя. Ладно, этот лес ближе к дому пробегаю. Хотя вряд ли. Глядите, ребят, сколько кошаков. Один. Вот на меня напал. Там внизу второй, третий, четвертый, пятый, даже, наверное, и шестой. Откуда они, блядь, берется? Где медведи? Хотя их, да, тут их не лес, типа красный считается. Именно этих кошаков. Но тут часто и медведи водятся. Почти всегда, не то что часто. Но как-то кошаков чересчур много. Такая толпа вся попадет и еле выживешь. О, Энд с медведем лупится. Пожалуйста, медведь большой уровень. 80-й. Энд тут пизда будет. Кошака ёбнем. Так, тихо. Кошарик еще один. На нахуй. Не убил. Ну ладно. У них зато вкусняшки всякие. Как восполнение жизни, то еще что-то. О, еще один. Ой, блядь! Тихо, Миша! 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 Миша, отпусти, блядь! Какого хуя? Что за хуйня? О, отпускала. Давай, давай, бежим туда, Миш. Миш, Миш, вон туда, вон туда. Там меньше народу будет. Отпусти, блядь, меня. Сука, как же они замедляют, а? Это просто пиздец какой-то. Миш, я здесь. Так, Миша. Запутался, но 80-го, думаю, нам хватит. У нас сейчас другая проблема. Вон это. Эй, Миш, Миш, нет, не думай. Хорошо, что броню скрафтил перед походом. Кошарий. По кому попал. И по тому походу. Давай. О, вот сюда. Все. Сейчас снимаем транс. И будем в него стрелять. Так, я надеюсь, у меня надета паутина. Я надеюсь. Блин, это загрузка немножко. Не, у меня паутина не надета, так что ее надо обязательно надеть. Все, у нас паутина есть. И арбалетик тоже есть. Бля, что я сделал? О, я попал по мишке. Хорошо. Но он что-то чересчур все равно быстрый. Или мне кажется. Нет. О, давай сюда. Блин, они опять медленные. Ёпанки. Они до сих пор не пофиксили этого чертового бага. Что раньше было, что и сейчас. Если кинешь паутину, Дина такой медленный будет. Даже после притомления он будет охерительно медленный. Ну ладно, хотят настреливать надо. Вот так вот. Достаешь? Нет, не достаешь, а вот так. О, есть. Миша, иди в другую сторону, будь добрый. Пожалуйста, я хочу тебя притомить, но чуть в другую сторону. Еще пару стрел в тебя ёбну. 80-й. Ну, это средний такой, даже можно сказать. Но такой сойдет. Он будет валить тут всех и вся. Это же Миша. Так, пошли, Миш. Миш, вот в эту сторону давай. Давай, ну, блин, не буду больше паутины. Хотя надо. Без паутины вообще хер притамишь. Чертовая паутина. О, рвешь уже. Просто надо, чтобы он нитки порвал эти. Смотрите, как он грозно идет. О. Давай. Ой, да ладно, но. Давай, Миш, но. Что ты так?
Ой, блядь. Укусил, сука. А, да сейчас он, короче, завис вообще, блин, вовсю. Ну да похуй, так застреляю его. Вроде так тоже оглушение набирается, но очень чересчур мало. Надо было сразу проверить, есть ли этот баг или нет. Не хочу я его в красный лес гнать, кстати. Там будет звери злые. Ну давай, Миш, давай. Я тебя уже жбан перестрелял, отстрелял и ну, застрелял. Ну давай, давай, Мишань, давай. О! Правильно, давай, двигайся. Ты можешь. На тебе еще типа паутину, можешь двигаться начнешь. Смотри, я здесь. Ну? О! Подвинулся, неужели Миша двигается? Мишка двигается, пусть тянет все эти веревки вот в эту сторону. Давай, Миш, давай, я здесь. Давай, ты сможешь. Давай, мой сладенький, давай. Это очень упрощает, в принципе, утомление такая, но это так пиздец какой-то. Тяну, тянется еле-еле под этой паутиной, это просто жесть какой-то. О, блядь! Нихуя! Миш, тихо! Пиздуй нахуй! Сиди опять под паутиной. Нихуя, он быстро проснулся, вы видали? Это какой-то бешенца его взял или что? Давай, давай, давай. Опять встал, что ли? Нет, идет. Блин, еще и ночь подходит, ебанутая. Хорошо, что тут очень быстрая ночь сделана. Она моментально проходит. Просто тупо ночь есть, ночи нету. Как-то так все выглядит. Давай, Миш. Смотри. Пойдем сейчас в другую сторону. Да, Мишень? Давай, Миш, вот в эту. Вот эту, вот сюда. Вот сюда вот. Давай, Миш, давай. Ой, тебе что ли знак какой-то, не знаю. Во, какая-нибудь хуйня. Алло, Миша, я здесь. Давай сюда, сюда, Мишу, давай. О, как вот же, блядь, долго это, а? Я не помню, сколько ему надо. Угу. Топает. Топает. Все еще топает. Сонное томление, блин, какая-то у меня получается. О, водичка. Вот так. Еще. Какая-то у тебя морда перекрученная, слушай, Мишань. Тихо. Ебать, ты мне 40 всё. Это много? По твоим меркам. А сейчас в другую сторону, Миш, пойдем. Ты в курсе? Или нет? Бля. Еще надо будет это сделать, как оно. Пойти первосортку нафармить. Первосортка только тут вроде идет сесть. Эй, да как ты, блядь, за километр нахуй? Давай, Миш, я в тебя верю. Туман ебучий, дождь. Все, что надо для наслаждения и хорошего видео. Это просто пиздец какой. Миша! Черт, как же он долго топает. Давай, Миш. Миша. Не беси меня, Миш. Сука, тебя за водкой послать, то ты в жизни не вернешься. И сам не набухаешься, и водки не принесешь. Спит, что ли? Он уснул. Наконец-то Миша уснул. Ладно, пусть он тут спит. А мы берем трансформу. И хуярим за первосортом. О, элефанта вижу. Вижу слона. Слоника. Слоник, хуёник, элефант. Вот он нам нужен на прайм. Это Миша какой-то. Не знаю какой. Давай, элефант, ты уже почти дохлый. Нихуя ты жирный элефант. Слушай, элефант. Еба. Вроде мало. А чё, первосортка где?
Она же должна падать мне инвентарь, да? Вроде как обычно бывало. 30 штучек. Ох! Заебись! Все, пошли. И все же закон подлости работает лучше всех законов мира, бля. Вот нужна первосовка. Нихуя, падла. Нет ни одного элефанта. Вот наконец-то за полмили, за полкарты нашел одного и все. Ах, как это же бесит. А сейчас еще надо будет крафтить седло. Я там вам покажу, как это делается. Это просто пиздец какой, сколько времени займет. Блять, сколько кошаков нападло. Ох, на, минус один. Еще 4. Тихо. Что-то сломали, сука. Ботинки нахуй поломали, твари. Сдохни, блядь, сукчандра ебучий. Я только новые башмаки себе взял. Ох. Хорошо, что у них хороший лут внутри. Это 100% одна хилка. 100% сразу одна хилка. Блин, того надо добить. Он, сука, вернется потом мне. На моего Мишку нападет. 84-й. Неплохо такой, а. Тих, оп. Чё там? Как всегда одно и то же самое. Вон наш Миша лежит. Все с ним хорошо. Он все голодает. Все вкусненько ждет своей мяса. Так, снимаем эту штуку. И ставим сейчас кормушку. Так, да, тут ставим кормушку в этой игре. Представляете? Потом кидаем мясо. И, как вы думаете, Миша тамец. Так, где у нас кормушка? Вот, на восьмерке. Алло, на восьмерке сказал. Ах, не то юзнул, блин. Ой, блядь, на восьмерке тоже дал. Да, кормушку ставим, кстати, ставим под носом. И кидаем прайм, который есть. Кстати, раньше прайм стакался максимум до 3. А сейчас, о! Смотрите, что за штука. Ух, хорошо. Утомление x10. Вот так вот выглядит кормушечка. Так вот красивенько. Овощи, трава. Миша такой грозный. Кстати, ему походу модель морды изменили. Он ранее был красивее. Или это он сейчас глючит, пока лежит. Вот так вот тамится Миша. Ой, сейчас седло. Сейчас объясню, что надо делать с седлом. У нас вот есть тут типа навыки, которых можно изучить все до единого. О, нифига себе, изучил всякого разного. И вот тут вот где-то находится седло. Вот, райдинг, типа наездник. У меня сейчас качается 4-й ранг, нам нужен 6-й. И чтобы его поднять, это просто космос какой-то. Нам надо крафтить ебучие всякие седла. А вот гиена сейдл это один из самых доступных, походу, будет. И легких. Бора можно. Ну да, лучше гена сейдл крафтить. Вот он на 3-м ранге. И когда крафтишь седло, тебе качается ранг седел. То есть ты просто тупо сидишь на стульчике, как дебилый кусок. Фармишь эти ебаные седла по сотню, по 2. Не то чтобы 3-5 скрафтил, все, у тебя ранг поднялся. Да нихуя, за один крафтом, дай бог, 1-2% даст. И ты ебашишь эти, блин, седла по несколько сотен. И фармишь на них ресурс, чтобы докачаться до медведя. А потом видели эти кошаки? Сладкие. Вы что, как вы думаете, как им седло? Это еще лучше хуйня. Тут есть вот, например, вот именно на кошака в сатирской фракции. А вот тут вот есть у него такая хуйня какая-то. Какая-то хуйня в джунглях, короче. Убиваешь боссов там всяких, прокачиваешь это. И этот ранг каждый открывается на него прокачка со временем. То есть ты качаешь компаньона инаркиди. Ну, типа вот этого, который у меня сейчас 3-й ранг. И с этим у тебя, конечно же, открываются другие ранги. Это пиздец. Блять, откуда кто? Какая хрень? Миш, ты чё? Слушай, я же тебя ушатаю, ты в курсе? На нахуй. Откуда ты, блядь, взялся? Охереть можно. Вот это он мне сейчас, конечно, немножко камней в трусы накинул. Но ничего. В
Блин, еще долго с тобой, слушай. Пойду-ка я седло качать. А он пусть тут качает, это тамится. А я сейчас за седлом. И как только я докачаюсь до 6-го ранга, сразу же мы побежим с седлом Миши к нему. О, не на базе. Сейчас мы собираем все необходимые ресурсы. Нам нужна дрова. Бечевка. И дров, конечно же, никуда нету, да? Ну, чуток есть. Ну, ладно, короче. И делаем геносейд. Вот. 24 штуки. Сейчас посмотрим, поскольку нам качается за один уровень. Ради интереса. И давай, скрафтись. 50% пока что у нас. Но будет, походу, хуже. Было 50, да? И вот это сюда, это. 62. Сейчас качается по 12. С другим рангом будет, дай бог, по 6. А после этого, дай бог, процент или 2. Ох, как много надо будет нам сегодня скрафтить. Это просто пиздец. Сейчас скоро узнаем. Вот, достигли мы 4 ранга. И... сейчас нам за ранг будет давать... так, как я и предполагал. Я. Все, уже крафтится последнее седло. В конце концов... о! Сделали. Так, еще я хочу скрафтить вот такие шкафы. Но нам нужны вот такие штуки, которых достать не так уж легко. Точнее, не достать, а до них также докачаться. Это нам надо прокачать форджин. А чтобы прокачать форджин, нам нужны определенные кристаллы, которых мы пойдем искать. Я даже знаю, где они, но там дойти не самое сладкое место. То есть, сейчас у нас есть уже седла, которых надо нахер к хуям выбросить все. Ну, это я потом выпью листочки. Очень много всяких седел. И это все, чтобы прокачать 6-й ранг седел. Представляете? 6-й. Это же дохерища, да? Это еще не считаем, сколько я уже выбросил их. Это было очень много. Так, дров тут нафармил. Хорошо, нам нужно сейчас все сюда перекинуть. Если влезет, конечно же. Я надеюсь, влезет. Мне нужны эти большие шкафы. Я хочу сладенькие большие шкафы. Так, мясо пока что выкинем. И нам нужно седло. Оно тут, надеюсь, крафтится, да? Элефант. Так, где на медведе седло? Я же выучил. Не говорите, что я, блядь, не выучил на медведя ебаное седло. Или оно на руках? Спайдер. Блядь. Не бесите меня. Я уже 6-й ранг поднял. Во, на руках. Медь, металл и так далее. Все, тик-тик-тик. Сейчас быренько это все возьмем. Возьмем меди, бечевка, металл. И там вроде дрова или кожа. Кожа. Быстрее всего кожа. Ну ладно, все взяли. Все мы взяли. Есть. Вот, но седло на медведя. Фух, все, делали им седло. Остальное кидаем сюда. Сейчас пойдем оседлаем медведя. На нем пойдем собирать наши любимые кристаллы. Точнее, мне очень нужные кристаллы. О, вижу вкусняшку. Может быть, ее сможем и подобрать. Вон еще одна. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В этих вкусняшках всегда что-то есть вкусное. Не зря я их называю вкусняшками. И давай, запрыгивай, козел горный. Блин. Вы разрабы, что вы думали, когда создавали трансформацию козел? И тут вот это можно забрать. Это, ну, такое себе, все можно выкидывать. Только выкидывать. И нам надо сейчас... о, еще одна. Нифига себе, сколько вас тут. И эту могу открыть. Ножик. Не очень. Остальное можно выкинуть. Не надо. Не нужно. Нам нужны рецепты на оружие. Очень. Там есть еще наверху? Где нету? Точно нет. Блин, вот там еще где-то один за... этой вот скалой видел. Он где-то тут внизу был. Вон он. Или это не этот? Походу не этот, но пофиг, этот заберем, если могу. Шашлык! Заебись. Шашлык этот, заебись. Да, я походу видел другой. Но так уж и быть. Или этот? А,
какой-нибудь дать. Ну, этот как бы шашлык, это хорошо. Вон наш медведь уже нас ждет. Блин, к нему подплываем. 119 уровень получился. Правда, быренько плыть не получается. Блять, я хочу на медведе своем, на Мише, на Мишане своем пробежать, прокататься. Поубивать всех, кожи пособирать наконец-то нормально. Я тут напрыгну? Блин, козел горный. Какой ты нахуй козел горный, если запрыгнуть не сможешь? Сука, а? Давай, ну. Мне что, блин, вокруг надо будет? Нихуя. Все. Снимаем эту хрень. Наконец-то. У нас первое животное. Медведь. Одно из самых сильных, которые тут есть первоначально. Точнее, самых сильных. С ним уже можно боссы валить вовсю. Прайм забираем. А вот это мы ломаем. Все, медвежонок, давай, вот тебе седло. 3 косаря хп, 236 урончик. Ой, блин, я так и предполагал, что он будет... А, у него типа перегруз? Ты че, медведь? Блин, не, у него это хуйня. Типа он сейчас медленно идет, пока он раздуплится. Ну ладно. В общем, как только подбегу к месту, где кристальчики, я обязательно к вам присоединюсь. Пиздец. Чё-то жабы не ёбнули. И меня, и моего медведя, нахуй. Ненавижу жаб. Подошли к месту, где мы найдем наши кристаллы. Но сперва нам надо пройти вот такую узкую дорожку. Такую кругленькую. Ну как кругленькую? Как будто змеиная какая-то херня. Я однажды тут, помню, падал. Так и отсюда не выбрался. Там вот нельзя тут выбраться просто тупо. Нельзя. Поэтому надо идти осторожненько и красивенько. Черт побери. А то не хочу я упасть за этой дорожкой. Она вроде бы большая, но эти повороты не иногда глючат. То еще кто-то куда-то отбросит, то еще что-то. В общем, можно там остаться навсегда. Тихо, тихо, нападали. Сейчас я вас медведем расхуярю. Он уже у меня такой довольно-то прокачан. Все, блядь. Отъехали, да? Вкусняшка тут только что была. Пропала, блядь. Это все из-за них. Так, медведь уровень получил. Еще урон, все урон, все урон и вес. Конечно же. Нам надо сейчас... Иди нахуй. Он потом, медведь, будет хуярить по несколько тысяч. ХПшку вот только трудно восстановить. Я потом скачаю GS Auto и просто автокликером буду восстанавливать ему ХПшку. Вот так вот. Во время боевки не буду его использовать, а вот, чтобы его откармливать, это надо будет сделать. Вот зачем я пришел сюда. Вот за этим камушком. Берем кирочку и собираем всех. А ну, нам нужен замерзший кристалл. В большом количестве. Хотя не знаю, насколько большом. Сейчас съедим немножко. И посмотрим, сколько он нам прокачает навык. Много или нет? Давай, давай, давай. Какая-то бесконечная жилка. Я забрал, заебался уже ее молотить. Сколько у нас их есть? 72 кристалла, да? Давай, на семерочку. Кушай. 10%. Это значит, нам нужно столько. Один ранг есть. Дальше идет уже поменьше процентов, конечно же. Ну, сейчас узнаем, хватит или нет. Нам надо открыть
печку и эти ресурсы, чтобы потом скрафтить охерительные, красивые, тонкие шкафы и вместительные. И что нам открыли? И на, мы открыли то, что нам надо, но еще надо прокачать уровень до конца, так как он дает какую-то фишку. Сейчас скажу даже какую. И это будет вроде вот тут форджинг. И каждый уровень добавляет нам вес. Вот так. И вот этот ранг сейчас третий откроем. А, мне уровня не хватает для ранга третьего. 55 уровень. Ладно, на будущее набираем кристаллы. И все. И домой на базу крафтить шкаф пойду. Вот как-то так. Так что на сегодня мы вот этим и закончим. Я зафармлю тут всякие эти кристаллы, там пойду другие ресурсы фармить, собирать. Не знаю, вам интересно или нет, собирать эти всякие, как я собираю ресурсы, но я думаю, что не особо. Всем интересен только экшен. Убийство, переубийство, поубийство, еще какая-нибудь хрень. Или буду еще показывать какие-нибудь сложные квесты, которые в будущем, наверное, кому-то понадобятся. То есть как-то так. А сейчас на этой секунде я с вами прощаюсь. Так что всем пока и до следующих встреч.